Всем привет, дорогие друзья! С вами Юра, вы на канале Вечное Детство. И сегодня мы будем продолжать играть в игру Shadow Fight 2, бой с тенью. Ну что ж, давайте продолжим. Так, в прошлый раз мы не смогли на турнире победить, потому что мы дошли до стадии 17. Это у нас на невозможном уровне. То есть сложно настолько, что просто невозможно победить. И улучшения, к сожалению, пока недоступны. И я решил пока поиграть в отдельный пока в дуэль. Или можно, например, вот побороть телохранителей. Например, Эрейс. Давайте пока. Так, тебя никуда не убегла. Говорит, тебе никуда не убежать и нигде не спрятаться. Орден найдет и уничтожит тебя во что бы ни стало. Но в этом нет нужды. Я сама собой разделюсь во славу своего учителя. В бой! Ну что ж, ребята, давайте покажем ей, как нужно по-настоящему драться. Игла готова к своей смерти. Сейчас мы ей покажем, на что мы способны. А ну-ка, иди сюда. На тебе. Вот так вот. Хоба. 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 Оп. Тихо, тихо, тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же ж ты так меня... Опа. Я не понял. Чё ты меня протыкаешь-то? Она какая-то такая... Как-то нагинается, что я даже ее не могу ударить. Вроде уровень легкий. Но все же. Опа. Опа, на тебе вот так вот. Ах ты ж такая поганка. На тебе вот. Ах ты, куда ты? Опа. Нет, 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 нет. Я не хочу умирать. Дайте ей дам сдачи. Ах ты ж такая. Хоба. Хоп, хоп. Да, ребята, мы все-таки ее одолели. Так, нужно какие-то новые приемы учить, потому что она так плавненько бьет, а я даже не могу нормально ударить ее. О, отлично. Опа, ха-ха-ха! Разрубили ее. Ах ты ж такая. Опа! Вот так вот мы ее с разворота, с вертухи уложили прямо на лопатки. Отлично, ребята. И мы победили. Так, ну что ж. Кто следующий у нас? Кто у нас следующий идет на очереди? Так, я повержена. Нет, это невероятно. Орден не потерпит подобной наглости. Тебя найдут и покарают. Неплохо, ты получил новый уровень 5. Твои умения возросли. Ура, мои умения возросли. Давайте посмотрим, на что мы теперь способны. Так. Кобра изучена. Изучить мститель. Давайте, 20% шанс на гарантированный критический удар с 160% урона в течение 5 секунд. Так, а я не умею. Кобра. А, это он сам. Все, я понял. Скала 40%. Физический удар без падения на среднем. Все, понятно. Понятно, это мы потом откроем. Хорошо. О, папа, у нас есть оружие. Круто, ребятки. Так, это ты поднял столько шума. До этого я был главной сенсацией. Так, давай не будем. Хорошо. Ого, ребята. На безумном уровне. Да, ребята, мы открыли мачете, о которых я так долго мечтал. И мы их сразу же улучшим. Давайте на самую большую. Все, ну наконец-то. Все. О, у нас есть, ребята. Новый костюм. А нет. Мы можем модифицировать. Отлично. И новая шляпа у нас есть, да? Ого. Крутая. Ну, все, теперь она нам будет помогать выигрывать бой. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте перейдем в лобби и посмотрим, на что наш... Тебя запомнят лишь как очередного подражателя кому-то... Магазин. Еще магазин может быть? А что же еще там магазин? Да,
вроде же все. Так, давайте перейдем. Трус, не по-мужски отказываться от брошенного тебе выдержа. В бой. Я не буду отказываться. Я чуть не отказался от боя. Я не трус. Я Трикстера замочу, ребята, и вы это увидите. Он на Рейдена похож в этой шляпе. Из Mortal Kombat. Ох ты, такой. Ну вот тебе, на. Хоба. Хоп. Хоба. Хоп. Опа. Раз, два, три. Раз, два, три. Опа. Молодцы, ребята. Молодец я. Без синяков. Вот это мы сделали его. Вот это мы молодцы. Так, ну что ж. Второй раунд. Сейчас мы ему покажем, где раки зимуют. Хоба. Хоба. А вот так вот ты не ожидал? А я еще так вот с разворота умею. Вертуха. Хоба. Хопа. Хоп. Ой-ой-ой-ой, ты что так? Ты что, а, Тикстер? Я не понял. Ты что? А он с нунчаками. О, мой новый бой. Я не понял. Смотри, а то мы сейчас можем проиграть просто-напросто. Ребят, я могу проиграть, я не хочу. Ой-ой-ой. Что там крутится? Я не могу никак выиграть у него. Вот так вот. Отлично. Вот так вот. Все, лежать, я тебе сказал. Отлично, ребятки. Мы его победили. Ура. И мы открыли его нунчаки. Супер, супер-пупер. Это просто мы открыли нунчаки. Это просто означает, что мы продвигаемся все на более лучшие уровни вперед. Ладно, погорячился. С кем не бывает. Возможно, мне стоило бы поучиться самоконтролю. Держи нунчаки. Заслужил. Отлично. Он нам дал нунчаки, мы их теперь забрали и можем ними драться. Давайте их улучшим. И возьмем, наденем их на себя и пойдем дальше в дуэль. Или здесь мы были? А, телохранители. Так, ну что ж. У нас стоит на дороге призрак, который нам говорит: «Я без труда одолел рысь при нашей первой встрече. Однако, стянув маску с лица поверженного противника, я увидел, что это был лишь чучело. Затем я почувствовал когти рыси у своей шеи. С тех пор я служу ему верой и правдой». Ну что ж, давайте накажем его. И посмотрим, на что мы способны. Мы играем тенью против призрака, как всегда. Ну что, в бой, ребята? Сейчас я с новыми нунчаками покажу тебе, на что я способен. На тебя ногой. Она вот так вот. И вот так вот. Ах, ты ж такой. Оба, свертухи, на тебе, получай. Отлично, ребята, мы его очень быстро замочили в первом раунде. Теперь второй раунд. Вот так вот, по спине, на тебе палкой, на. Ты что думаешь, если у тебя меч и ты очень крутой, это еще ничего не означает. Вот ты будешь по-настоящему крутым, когда я увижу, на что ты способен по-настоящему. На. Вот так, по голове, по башке дали ему, нормально так зарядили. Так что ему должно запомниться на всю жизнь. Так, отлично. Отлично, идем дальше, ребятки. Идем дальше. Так. Кто у нас там на очереди? Кому еще я не надавал? Мое поражение сделает рысь лишь сильнее. С каждым боем он узнает все больше о твоей технике и приемах и о том, как победить тебя. Посмотрим. Так, ребята, сейчас будет ужасно тяжело. Мы будем драться с рысью. Мы все телохранителей перемочили. Или есть еще щеголь? Через
Честь и традиции. Ха, орден для меня всего лишь средство разогнать скуку и отточить мои выдающиеся навыки владения мечом. И я с удовольствием продемонстрирую свое мастерство тебе. Ребята, на самом деле уровень невозможно очень тяжелый. Если вы играли, то должны были запомнить это, потому что это очень сложно. Это, ну, не просто так, как бы, да? И я хочу с этого всего вам рассказать, что надо тренировать свои навыки для того, чтобы побеждать. Ну-ка. Ну-ка, не смей. На тебя. Ха, ребята, вы видели, куда он улетел? Он улетел далеко и надолго. Так, ну что ж, я не понял. Опа, вот так вот тебя на по ногам, чтобы ты меньше тут крутился и вертелся. Вот так по спине мы ему отлично дали. Так, давайте еще. Так вот, в живот тебе палками сейчас. На, получай, на. Хоба. Так. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ой-ой-ой-ой, мне отрезали руку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай, ну... Вот так. Вот так. Вот так вот. Отлично, ребята. Мы его именно на последних порах жизни... по лезвию бритвы. Да, мы на последних порах бритвы ему дали по щам, наконец-то. Так, ну что ж, давайте перейдем ко второму раунду и посмотрим, на что он теперь будет способен все-таки. Опа! Ребята, аж мечи выронил из рук, вы видели? Он теперь без меча, ребята! Это ж надо, я так ударил его, что он потерял свои мечи. Ох, да, вот это мы ему влепили по морде. На тебе меньше, чтобы крутился. Хоба, а на тебе еще вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он без мечей, но дает мне сдачи понемножку. Все-таки противник не из слабых. Я вам серьезно говорю, ребята. Эй, дайте мне свой собственный прием показать. На, вот так вот. Ха-ха-ха, одинокий зверь. Я получил награду, одинокий зверь. Отлично, ребята, мы щеголю дали по щам. И это означает, что мы проходим вперед. Это означает, что мы проходим вперед. И с кем мы будем драться дальше? Щеголь говорит... Как же мне наскучила такая жизнь. Орден, я вернусь туда, где мне самое место, на высший свет. Но не радуйся раньше времени, рысь тебе не по зубам. Окей. Вулкан, не пытаешься исправить свою ошибку. Ты открыл врата, но лишь бессмертные могут уничтожить теневую заразу. Ты же слаб. Ты не один из нас. Ты умрешь, как и все. В моих венах течет магма, и они покроют землю, очистят ее для новой жизни. Сообщение. Попробуй новый многопользовательский режим рейда. Перейди на карту подземелья, чтобы сразиться с другими игроками против мощных боссов. Отлично. Так. Это мы уже потом будем сражаться с ними. Давайте закупим, собственно, энергии. Или нам сюда надо? А, больше не показывать. О, боже. Все. Так, ну что, давайте... Пополним запас нашей энергии и попытаемся, собственно, сразиться с рысью. Рысь говорит мне, ты думаешь, что победа над моими людьми что-то значит? Они все равно лишь пешки, которых можно легко заменить и забить. Но ордену нужен человек с твоим мастерством, твоей энергией. Выбирай, присоединяйся к нам, или я сотру тебя с лица земли. Нет, к вам я не присоединюсь к злой силе. Я буду за правду драться до конца, дорогие друзья. И сегодня мы будем драться с рысью. Ну, у него и когти, ребята. Уровень невозможно. Я думаю, наверное, не по зубам. Посмотрите на его когти, ребят. Ого, ребята, он одним ударом
Меня положил. Вы видели? Все, вот я и проиграл, дорогие друзья. Два удара и все, и мне хана. Еще третий раунд есть. Ну давайте еще раз проиграем. Ну все. Так, я проиграл. You lose. Так. Так, дорогие друзья. Ну что ж, хочу вам сказать, что... Так, тебе не удалось одолеть меня, не так. Почему бы тебе не прекратить свои жалкие попытки? Рейс сильнее, чем кажется. Тебе стоит тщательно подготовиться и улучшить свое снаряжение, прежде чем бросать ему вызов. Обязательно. Так, ну что ж, дорогие друзья. Этот выпуск подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте комментарий и не забывайте смотреть мои видосы. Хочу вам сказать, что в следующий раз мы улучшим все-таки нашего бойца, и я думаю, Рейс получит по своим заслугам. До скорых встреч!